А вас не бесит, что во время игры ПК начинает превращаться в печку? Вот этому чуваку точно надоело, ведь он решил залить свои комплектующие водой. Для этого, конечно, использовалась не обычная вода, а сухая, ну или вторкетон, кому как удобнее. Для начала умелец собрал прозрачный корпус, поместил все на материнскую плату и залил водой. Все заработало. Комп спокойно работал в обычном режиме, и что удивительно, температура процессора уменьшилась. А вы бы смогли залить свой ПК?